А ну-ка. Ага. Значит, тут пауза не ставиться. Ну. Так. Блять. Ми пропустили свою мотиву цель. Так. А ну. А ну, пару раз выстрелив. О, наконец-то. Бег бесполезно. Вы будете платить за это. Где твой хозяин, сука? Ты так мертв. Он найдет тебя и убьет. Пока-пока. А нет, сына там сына вырезано. Дарин потолкнулся. Вот обязательно стики. Так, вроде так, записывайте. Я не должен был убить, что больше род Барри Джон. Я позволю моему цвету. Короче, я манавца читать. Кто их захочет борже над этим? Так, а, не-не-не-не, спасибо, я дополнительные миссии потом выполню. Начало сюжет. Сколько патронов у меня в пистолете? Охренеть. Так, настись. Кстати, в простом режиме некто попроще одеты противники. Надо потом до второй главы дойти. Так, а я тут не помню, что я хотел хоть. А. А, ладно, надо было всякие то читать. Ты кто такой? У меня несколько вопросов для вас. Охрененный вопрос, конечно, удар. Блядь, реклама, ладно. Ты как посмел? Так. А теперь хоть куда это мне? А, все какие-то навсегда. Просто противника еще может появляться случайно. Якуция, например. Так. Уважаемый Винни. Фокс. Действительно получаете на мой мир? Что-то там, что-то там. Охота на лиса. Этот парень получил мяч, и он знает, что я убиваю ему дорогу и мне. Он должен быть хорошим. Так, хорошо подготовлен. Или совершенно безумным. И как бы знаменитость на улицах Чикаго, и он выглядел немного испуганным. Давай изменим это, возможно, мне стоит. Да. Ладно. Ладно. А, хорошо, что тут нема рекламы 1xBet, а то уже заебу я. А, сюда. И я Винни. О, то противники обычные. Обычные стикмены. Ничего примечательного не вижу. Так. Бах, 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 бах. Как это возможно? Бегом проверить здесь. А? Такий момент, кажется, був крутые парни. Два. Тук-тук.
Я уверен, что мы можем прийти к пониманию. Я знаю. С этого момента мы не... Когда я играл в флеш-версии, я охренел. Вы сейчас работаете на нас. Найти местоположение Алонзов. Алонзо, короче. Вообще, когда я играл в флеш-версию, я охренел от такого момента. Это было около мне 12 лет было. Так. Он поубивал всех его людей, и потом заплатил ему, чтобы он нашел. Где логика? Где логика, стикер ставит рекламу, да? А, надо внутрь зайти. Так, а он запоздал. Фу, блин, черный фокус. Я нашел его. Куда? В Палермо. О, второй город. Они скрываются в лаборатории в винограднике. После того, как Виталия ищет девушка по имени. Блин, не успел. Хорошая работа, мистер. Современное рабство. Найти жертву картеля. Это было некое время, так как я поставил ногу Виталию. Но на этот раз нет времени, чтобы тратить на туризм. Мне нужно найти эту девушку Косима. Она задерживает информацию о итальянского главного хидеот. Я надеюсь, что мы найдем... Что мы не найдем ее наполненной наркотиками. Да. Но мне лень вставать на английский. Да и не хочу. Так, открыт теперь Палермо. Блядский. Я ж забыл кое-что взять себе. Дальше тут вооруженный магазин. А где тут аэропорт вообще, я не вижу. А, вот тут вооруженный магазин. О, новая реклама. Викс. Или все-таки я не зря пришел? А, не, зря. А, тут одежда тикает. А я не хочу переодеваться. А вот это заберу. Назад. Надо ж снайперку десь купить. А какие-то противники не такие уже и сложные, если честно. Я думаю, посложнее будет. А ну. Ага, не сюда, це вже з другої місії, я помню. Туда треба ходити. А, ну це точно не сюда тут. Блін, та де ж тут? Аэропорт. А, вот он, блин. Так, в Чикаго возвращаемся. И обязательно надо вставить рекламу, блин. Ладно. Я, наверное, выберу коротышку. А то я за Винникер уже играл. Так. А, это уже мене дома. Точно. Ага, вот. Так. Вот тут очень занимается Кира. А Винни обычно тут стоит, ну да. Так.
Ну, хоть короткая реклама. Идем сюда. Идем сюда. А, кстати, забыл сказать, щит тоже платный. За монеты купуете, за десятку. На этой миссии нужно... Так. Ага. Видите вот эту девушку? Флэш-версии она трахалась с каким-то стикменом. И была сверху. Не лежала, а сверху. Показывала ему сиськи. Но нам не видно было игрокам тоді. В любом случае. Все готово. Як только дня. Так. Так. Что-то там. Теперь вы свободны. Вы только должны помочь мне. Пропитать виноградник красной мафии. Так. Ладно. Кража идентичности доставки человека. Косима сказала мне, что парень, который поставляет кокаин в мафии, Палермо скрывается на этой поставке. Ладно. Извини, приятель, ты уволен. Не волнуйся. Мы найдем кого-нибудь, чтобы заменить вас. Ладно. Так, ладно, давайте начнем. Так, не понимают. А, фу, 5 золотых, я уже подумал, 5 кристаллов, чтобы что-то навык получить. Так, оно тут, по-моему, не влево, или вправо. А, сюда. А, не убивай его. Тоже не убивать. Я в этой миссии тоже, я как на английской играл, то убивал все время. Это было ошибкой. Я не прошел флеш-версии. Потому что я не знал тогда, вообще, я сейчас не полностью не знаю английский, но тогда было сложно, куда идти, а тут в андроид-версии попроще. Коротышка, який раз со мной на этом, что вин ванну крови подходит, ничто не может остановить нас, а он заполучил всего за несколько часов осталась жизнь. Ладно. У них нема русского разработчика или переводчика, короче. Если говорят, что Pokemon Go плохой перевод, сыграйте в эту игру. И минус это только перевод в игре. Так, теперь я заиграю за Кира. Тем более, что снайперка пока не нужна. Уже я проведу первую главу сегодня. Так, оно. Короче, первую главу я пройду, а дальше уже в режим тикет буду набирать очки. А тут, что ж, не хочется я первый раз не в топ-100 попасть. Даже одного не убил. Блять, надо убить снайперов. Блять, и...
Так, хорошо, что у меня 12 аптечек накопилось. Уже стреляю на твою мать. А и правда сложный режим. Но снайпера точно убил одного. Хотя бы двоих. О! Это походу или Винни, или я убил его. Так, а карета ж халяй, она вроде не стреляет тут. Ладно. Хорошо, парня, работа. Я прохожу внутрь. Перебывание здесь в куче. Ладно. Так, в случае, если он попытается сбежать. Так, теперь Винни. Вот это я называю противник. Тоже поменял костюмчик, добавил. Плюс еще противника щит есть. Який у меня. Стреляйте в голову. Запомните, стреляйте в голову. Так. Так, спасибо за модность, ребята. Давайте убираться отсюда. Это бабло, 500 баксов.